Добро пожаловать в Торревьеху, на испанское побережье. Сегодня вы узнаете о плюсах и минусах этого города на 2024 год. Меня зовут Виктория Белякова, и я живу в Испании с 2014 года. Около 5 лет я прожила в Торревьехе или окрестностях, поэтому хорошо знаю этот город как на личном опыте, так и на опыте наших клиентов, клиентов агентства How to Spain. Итак, несомненный плюс Торревьехи – это множество пейзажных живописных местечек для уединения. Например, как вы видите, позади меня сидит счастливый мужчина, наслаждается морем, рыбалкой, не знаю, о чем он думает, но мне кажется, о чем-то прекрасном. Это своего рода медитация. Также здесь множество различных уединенных гротов. Когда мы жили в Торревьехе, мы с Денисом приезжали туда на романтические свидания, брали просто стулья для пляжа, зонтик и иногда оставались там до поздней ночи. Это действительно классно. Такие местечки местные, кстати, никогда не палят, поэтому постарайтесь искать их самостоятельно, они точно есть. Торревьеха – это интернациональная солянка. 45,5% жителей города – это иностранцы. И, конечно же, здесь говорят на всех языках мира, как мне кажется. И комфорта, на каком языке вы бы ни говорили, вы здесь встретите своих людей. Один из плюсов Торревьехи – это море. Оно находится буквально везде. Город небольшой, компактно расположился на испанском побережье. Так как Торревьеха расположена на море, соответственно, и большая часть разновидностей досуга проходит именно здесь. На пляже Лос-Локос практически ежедневно вы можете увидеть людей, которые занимаются зарядкой. И, как правило, это люди уже, скажем так, третьего возраста. Кстати, в Испании нет понятия старости. Здесь есть третий возраст. И дома престарелых, как мы привыкли говорить в наших странах, здесь называются de tercera edad, дома третьего возраста. Но в этих же прекрасных местах, где можно наслаждаться жизнью и морем, не всегда чисто. Вы видите, что валяются бутылки, окурки, могут быть разбитые бутылки. Кто-то сидит, привез с собой яйца вареные, чистит, и шкарлупа валяется, салфетки. Кто-то может даже сделать чего-то более посерьезнее, кинуть бумагу потом. Такие нюансы, конечно, встречаются. Не только в Торревьехе, в принципе, в Испании такое встречается. Но сейчас говорим про Торревьеху, поэтому акцент здесь. Моя такая оговорочка, почему, чтобы не писали в комментариях, что так везде, что ты наговариваешь на Торревьеху. Сейчас речь именно про этот город. Друзья, если вы заметили изменения в Торревьехе относительно уровня загрязнения и неуважения, скажем так, к своему городу, напишите в комментариях. Если захотите почувствовать себя как местный житель в Торревьехе, отправляйтесь на набережную Лос-Локос для того, чтобы попробовать чурос. Это старейшая чуррерия. Чурос здесь готовят много-много лет. Сейчас узнаем, с какого года. Buen día, grabamos un video. Una casita. ¿Desde qué año estáis aquí? Es una churrería más antigua de Torrevieja, ¿no? Bueno, nosotros llevamos aquí 26 años. 26 años. El año 97. 97. Muchas gracias. С 97 года, 26 лет, готовят чурос. Торревьеха, наверное, самый удобный для жизни город, если вы не говорите на испанском и у вас нет в планах учить его в ближайшие годы. Потому что повсеместно находятся Украина, русскоязычные объявления, компании и так далее. Вот, например, на столбе пассажирские перевезения на украинской мове. Давайте сделаем рекламу. Кто? Виктор и Ульяна. Виктор и Ульяна, если видите, делитесь нашим видео. В любое время года в Торревьехе работает черингито. Кстати, интересное название черингито. Как думаете, что это значит? На самом деле это слово пришло к нам из Кубы. Так называли способ употребления кофе. И 100 лет назад в Сиджесе говорили, принесите мне один черингито, имея в виду на самом деле определенный вид кофе, определенный способ варки. И так это слово прижилось, и морские павильоны в Испании стали называться черингито. Упс, по-моему, я немного сглазила. Пошли гулять по городу, и слева от меня
Один из самых главных минусов Тревехи, по моему личному мнению, и мнению тысяч людей, это как раз-таки безответственность владельцев животных, которые не убирают за своими собаками. В Испании предусмотрен штраф от 300 до скольки-то там тысяч, но, как всегда, в Испании законы напишут для того, чтобы их не соблюдать. Только сказала вам о штрафах, сразу встретила стенд с призывом мэрии города соблюдать порядок в городе. Предупреждают, как бы здесь собачка просит, забери мою какашку. Твое животное, твоя ответственность. Пожалуйста, убирайте экскременты своих животных. И штраф от 250 до 500 евро стандартный, и даже больше, если серьезные нарушения. Что такое муй гравес, то есть очень серьезно, неизвестно. То ли от объема, так сказать, нарушения, то ли от частоты. Из положительных перемен также заметила, что город существенно помолодел. Когда мы переехали сюда в 2014 году, население в основном состояло из, скажем так, возрастных жителей, ближе к третьему возрасту. Сейчас же огромное количество молодых семей, просто подростков, возможно, студентов, которые приезжают сюда на пляжный отдых. Вот видите, детки ездят, радуют своим смехом, ездой на велосипеде по всему городу. Такая приятная суета, детский смех, радость, это не может не радовать. Если обратите внимание на людей, которые гуляют по Тревехи, в частности на пляже, как правило, это будут семьи с детьми. И это не случайно. По медицинским показаниям часто деткам рекомендуют приезжать в Тревеху на оздоровление. Сюда приезжают с астмой, когда просто слабость, медленно растут детки. Приезжают сюда и буквально за несколько лет родители видят разительные перемены. Дети действительно становятся более здоровыми, сильными, активными. Возможно, потому что здесь более здоровая еда, конечно же, теплый солнечный климат и также очень много спорта. И в школах, и в принципе масса кружков, жизнь проходит очень активно. Возможно, это тоже влияет на благополучие ребенка и в целом семьи. За счет чего живут жители Тревехи? Вспомним, что это прежде всего туристический город. Соответственно, это рестораны, аренда и продажа недвижимости. Заработок идет в основном на туристах. Однозначно радует то, что с развитием Тревехи, с прибытием сюда большего количества иностранцев, мэр города и мэрия, в частности, заботятся о благоустройстве Тревехи. Например, отремонтированы многие дороги, и даже сейчас ведутся многие ремонтные работы. Раньше я такого не замечала. Для меня одним из серьезных минусов Тревехи являлась и является низкая культура поведения многих жителей города, которая проявляется вот в таких безобразных граффити. И действительно это раздражает, потому что город мог бы быть красивым, как в Марбелье, например, чистые беленькие домики с цветочками, но почему-то в Марбелье садят цветочки и красят свои домики, а в Тревехе повсеместно мы видим вот такие просто уродские росписи стен, дверей, все, что попадется на ходу у людей, которые орудуют этим. Продолжая тему культуры поведения, заметила разницу между Тревехой и Валенсией, где мы сейчас живем. Когда гуляете с собакой, обычно в Валенсии всегда владельцы имеют с собой баночку и пакетик, чтобы убрать фекалии, и бутылку воды, чтобы полить место, где собака пописала. Здесь же я неоднократно заметила, что вообще в руках ни у кого я бутылочки с водой не увидела. Там обычно с водой, может быть, с каким-то раствором, чтобы запаха не было. Здесь просто писают на всех углах, на том, что выпирает, и это создает определенный, конечно же, запах на улицах города. Основная причина, почему люди приезжают или переезжают в Тревеху, это именно климат. Здесь очень теплая зима, буквально лето. Сейчас у нас начало марта, как мы видим, все загорают. И то же самое было в январе, феврале и круглый год. Здесь светит солнце, и в зависимости от вашего порога охлаждения вы будете купаться или просто загорать. Несмотря что местные пляжи многие ругают, потому что они маленькие, песок не такой чистый, еще что-то не так. Но есть плюс, которым никто не поспорит. Все пляжи адаптированы для инвалидов. Человеку с помощью специального приспособления помогают войти в море и далее выйти. Мне кажется, это действительно один из существенных плюсов проживания в таком небольшом приморском городе. В целом я заметила, что в Тревеху переезжают в принципе
когда хотят на море, хотят в Испанию, но бюджет ограничен. Мы также переехали в свое время в Торревьеху именно по этой причине. Я искала самый дешевый город, просто самый дешевый, самой дешевой арендой, потому что хотелось в Испанию на море, а денег на крупные классные города не было. Мы выбрали Торревьеху, и я рада, как сложилась моя история, но причина была одна. Несмотря на все нюансы и минусы, цены здесь были ниже, чем везде. Поэтому была основная причина переехать сюда. Но сейчас я заметила, стоимость недвижимости, стоимость аренды, она буквально уже приблизилась к стоимости недвижимости, например, в той же Валенсии. И в этом случае уже, конечно, ну, такой интересный выбор, что выбрать, Торревьеху с ее плюсами и минусами, конечно же, или все-таки город с перспективами для развития, образования, с высоким уровнем комфорта и так далее. Мне будет искренне интересно узнать мнение людей, которые переезжают вот сейчас в Торревьеху, покупают недвижимость по 200-300 тысяч, хотя за эти же деньги можно купить, например, в Валенсии. И какие причины? Почему вы выбрали Торревьеху? Так как мы уже уехали отсюда несколько лет назад, буду рада услышать ваше мнение. Что сейчас для вас важно? Почему вы готовы инвестировать в этот город? В обмен на что? Что вы видите в Торревьехе? Одно из моих любимых мест в Торревьехе – это ресторан «Las Columnas». Открываются пейзажные виды, хорошая кухня, обслуживание. Рекомендацион. Рекомендую приехать. В целом, в Торревьехе основной досуг связан с чем? Как вы уже поняли, морские виды отдыха и также рестораны. Кроме этого, рядом с Торревьехой расположены огромное количество туристических достопримечательностей и интересных природных жемчужин. Именно рядом с Торревьехой, не в самой Торревьехе, в самом городе действительно, если честно, делать не особо есть что. Есть театр, большой плюс и уважение всем, кто занимается его развитием. Но внутренних каких-то интересных мероприятий или мест для посещения не так много. Но буквально в 50-70 километрах от Торревьехи вы найдете огромное множество интересных мест для посещения. Местная достопримечательность – променад Леванты. Он растянулся примерно на 2,5 километра и заканчивается маяком. Рекомендую отправиться на эту прогулку, она займет у вас не более получаса, для того, чтобы встретить закат. Ну или утром отправиться на пробежку. Видите, женщина тоже занимается спортом. Это вообще место для спортсменов и для туристов и влюбленных парочек. Еще одно доказательство того, что Торревьеха активно развивается. Здесь строится огромный торговый центр прямо на набережной. И решит помимо вопроса развлечений еще одну важную задачу – это паркинг. Потому что один из минусов Торревьехи – это просто какой-то коллапс с паркингом. Частных паркингов не так много, а бесплатных на улице ну, просто не хватает для того количества людей, которое сюда прибывает ежегодно. Если вы хотите увидеть Торревьеху с разных сторон, рекомендую воспользоваться туристическим поездом, автобусом. Он провезет вас по основным точкам. Пасео де ла Либертад, где мы находимся с вами сейчас, Паласио де ла Мусика, Плая де лос Локос, где началось наше видео, Торре дель Моя, Плая ла Мата. В общем, главное, куда вы попадете, это Розовое озеро и Лас Салинас. Розовое озеро – это действительно уникальная достопримечательность Торревьехи. Их всего несколько в мире. И помимо того, что оно действительно розовое, в зависимости от сезона немножко бледнее или ярче, но также имеет огромную ценность для здоровья. Именно из-за соленого озера в Торревьехе создается определенный уникальный микроклимат, куда люди приезжают на оздоровление. С опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистые заболевания, дыхательные пути и так далее. В общем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Будете в Торревьехе, отправляйтесь на этот автобус и поезд. В Торревьехе действительно предприимчивые иностранцы живут за счет туризма. Но сам город славится немного другим, я бы сказала, радикально другим. Торревьеха – это крупнейший производитель морской соли в мире, извиняюсь, в Европе. Но в мире занимает также первое место по уникальности производства соли. Так вот, ежегодно Торревьеха производит 600 тысяч тонн. Представляете, какое это огромное количество. И половина этой соли идет на экспорт, либо в Северную Европу и немножко достается Соединенным Штатам Америки. Кстати, вы помните факт, что вода и соль – единственные съедобные продукты, которые не имеют срока годности? Если спросить мое мнение лично о Торревьехе,
Я бы сказала, что зависит очень от ваших целей. На какое время вы планируете здесь жить? Это 1 год, 2, 3, это несколько месяцев, или вы все-таки выбираете этот город для постоянного места жительства? Если на некоторое время, мне кажется, Торревеха может быть хорошим выбором, например, для молодых родителей. Пока крошка еще не ходит в школу, не важен уровень образовательных учреждений и так далее. Теплый климат, безопасно, пляжи, все рядом. Довольно комфортно жить с маленьким ребенком. Либо когда уже в определенном возрасте нужно оздоровиться, пожить в размеренном ритме жизни, тоже Торревеха подойдет. Давайте немного раскроем тему проживания здесь в пожилом возрасте. Когда человек достигает определенного своего периода в жизни, где требуется квалифицированная медицинская помощь, нужно оценить все риски города, в котором вы планируете проживать. Потому что в Торревехе, по моему мнению и мнению сотен наших клиентов, которые обращаются к нам в агентство How to Spain, мы специализируемся на переезде и адаптации в Испании, в том числе на страховании. Так вот, еженедельно мы получаем жалобы от наших клиентов из Торревехи о низком уровне обслуживания или специализации определенного доктора. Не говоря уже о том, что многих специализаций просто нет в городе. То есть нет медиков определенной специализации. И просто, чтобы записаться на прием к доктору, нужно ехать в ближайшие города. Это Эльче, Аликанте или Мурсия. Также в городе официально проживает 92 тысячи человек. Это официально, то есть неофициально гораздо больше. И представляете, такое количество людей нет ни одного роддома. То есть есть частные госпитали, но там можно обслуживаться, рожать нужно будет ехать в другой город, что явно не радует местных девушек и женщин. Справедливо будет заметить, что все-таки возможность родить есть, но только в государственном госпитале. А для этого нужно иметь доступ к государственной медицине. Мы пришли в любимое место большинства родителей в Торревехе – Парк Нации. Это самый большой парк в городе. Сюда часто приходят на выходные или просто вечером, чтобы провести время с детьми. Это единственный парк, где есть такая большая горка, качели и так далее. Другие парки, они довольно маленькие, и я думаю, что городу есть куда развиваться в этом направлении, потому что детей становится все больше, и нужно организовать какие-то места для досуга и для развития детей. В Парке Нации в Торревехе у меня просыпается особая ностальгия. Я действительно люблю это место и с улыбкой вспоминаю мои съемки в этом парке, потому что я работала как SMM-специалист в местном агентстве недвижимости в Торревехе. И в мои задачи входила съемка контента и придумывание инфоповодов, показывать жизнь города и так далее. И парк для меня был оплотом всего, что могло происходить интересного в городе. Самое интересное – это пруд в форме Европы, окруженный флагами, где можно сесть, покормить уточек, просто насладиться действительно размеренным ритмом жизни, средиземноморским. Сейчас я гуляю по этому парку и вспоминаю, как прошли эти 10 лет, как в кино. Действительно, наверное, такие места созданы для прогулок, поразмышлять о своей жизни и просто поблагодарить жизнь за все, что она тебе дала. Я прям помню свои впечатления, когда после переезда из Мариуполя в Торревеху мы сидели здесь с мужем, и мне казалось, что вот оно, мы сделали огромный-огромный скачок и переехали в Европу. И так оно и было на самом деле. Сейчас, конечно, манят уже другие горизонты, другие цели, но первый город, первая страна эмиграции, мне кажется, останется в памяти навсегда. Друзья, если вы уже переезжали в другую страну, напишите в комментариях, какая это была страна. Потому что именно первый город, куда вы переехали первый раз из своего родного города, наверное, делает нас иммигрантами. Все остальное уже это просто дело техники. Если смогли переехать в одну страну, сможете и в другую. Действительно красивое, уютное место, но везде в Торревехе дает о себе знать, вот я не знаю, как это назвать, уровень людей, которые бросают пакеты, стаканы, просто мусор. Сам город, наверное, был бы прекрасен, если бы не люди, которые его портят. Я не знаю, сможет ли мэр однажды это изменить или нет, но, к сожалению, Торревеха – это грязный город. Давайте обсудим вещи более насущные. Как дела с работой? По той ситуации, которую я вижу, огромный спрос агентов недвижимости, соответственно, в местных иммобилиариях, то есть агентство недвижимости по-испански. Если вы говорите на иностранных языках, вам открыты все двери, даже без опыта работы. Если вы умеете продавать,
и, скажем так, подвешен язык, то вас будут рады видеть многие агентства недвижимости. Вторая профессия, которая очень востребована, это видеооператоры. Так как среди агентств недвижимости просто нереальная конкуренция, здесь недвижимость продают буквально все, то, соответственно, маркетинг приобретает свою высокую стоимость. И люди, которые помогают найти клиентов, также получают довольно высокую оплату по сравнению с другими профессиями. Все, что связано с туризмом, официанты, повара и так далее, в сезон очень востребованы. Не в сезон, ну, зависит. Сейчас, например, мы погуляли по всему городу, вижу много закрытых заведений. Что касается предпринимательства, завязанного на туризме. После начала войны в Украине, когда сюда приехало много иностранцев, местные жители говорят, что цены на многие услуги снизились. Например, если трансфер из аэропорта Аликанте в Тарьеху и наоборот, раньше стоил 50 евро и выше, то сейчас некоторые местные жители оказывают такие услуги по стоимости 30 евро, говорят, иногда даже меньше. И никто это не осуждает, все понимают, что всем нужно как-то жить, зарабатывать себе, но тем не менее на небольшой город такая конкуренция влияет не всегда хорошо для развития бизнеса или повышения качества услуг. Второй момент, который я хотела бы отметить, это уровень образования. Я уже говорила об этом в других своих видео, что по моему мнению и мнению многих наших клиентов, как вы помните, я директор агентства по делам иностранцев в Испании «How to Spain», уровень образования в Тарьехе очень низкий. Из Тарьехи, как только детки подрастают, многие хотят уехать именно по этой причине. Им может быть здесь комфортно, налажен быт, доступны цены, все хорошо. Но когда приходит момент и начинают задумываться о будущем своего ребенка, меняют город на другой. Часто это Валенсия, либо сразу Барселона, Мадрид. Или третье, здесь крайне сложно выучить испанский язык. Вы не будете жить в Испании в Тарьехе. Вы просто приедете в украинскую Феодосию. Я говорю Ялта, просто Ялта это более знакомый город для всех. Я в Крыму жила когда-то в Феодосии. Для меня Тарьеха очень похожа на Феодосию. Вот в Тарьехе нет языковых школ с аккредитацией Института Сервантеса. Это значит, что если вы хотите переехать в Испанию по студенческой визе и жить в Тарьехе, будет несколько затруднительно, потому что вам нужно будет ехать в школу или в Аликанте, или в Мурсию. Если вы все-таки примете такое решение, у нас для клиентов, которые живут в Тарьехе, имеют контракт на аренду либо прописку, но будут учиться в Мурсии, у нас есть супер-классная скидка для вас. Только для наших клиентов и только те, которые будут жить в Тарьехе. Потому что нам интересно показать жителям Тарьехи Мурсию и развивать это направление. Четвертое. Недвижимость. О недвижимости различные есть отзывы. Сейчас не будем на этом концентрироваться, но вкратце, я думаю, вы понимаете, что это туристическое жилье. В Испании есть два определения квартир – апартаментос и писос. Писос – это как в большинстве квартир в больших городах – Валенсии, Мадриде, Барселоне. Это обычные квартиры с нормальной кухней, большими спальнями и так далее. В Тарьехе большинство квартир – это именно апартаментос, туристические апартаменты. С крошечными спальнями, с небольшими салонами, возможно, с большой террасой, но, как правило, по площади все квартиры довольно маленькие. И в зависимости от того уровня комфорта, к которому вы привыкли, вам уже нужно определить для себя, готовы ли вы вкладывать такие деньги в недвижимость Тарьехи. По качеству строительства тоже не будем сейчас затрагивать этот вопрос, но если вам интересно, напишите в комментариях отзывы о недвижимости в Тарьехе, и мы обязательно вернемся к этому вопросу подробнее. Поговорим с застройщиками, с риэлторами и с владельцами недвижимости, чтобы понять, какая же реальная ситуация. Одна из миссий в моей жизни – это помощь бездомным животным находить любящих хозяев, ну и, в принципе, заботиться о них. Так вот, когда мы жили в Тарьехе, мы взяли двух котиков с улицы. Сейчас они часть нашей семьи и живут уже в Валенсии. Но когда я приезжаю в Тарьеху и вижу волонтеров, которые помогают бездомным животным, это просто бальзам для моей души. И волонтеры приходят ежедневно для того, чтобы кормить животных. Если кошка болеет, то ее отвозят к ветеринару и так далее. Обратите внимание, что здесь на испанском языке, правда, но указано, что не нужно кормить животных, потому что право на это имеют только волонтеры. Чтобы не повредить котикам, пожалуйста, не делайте это. В марте 10 лет назад мы впервые попали в Тарьеху. И когда мы гуляли, искали местные достопримечательности и знакомились с этим городом, вышли на улицу, по которой я иду сейчас. И назвали ее «Красивая улица». Когда мы хотели вернуться сюда, мы говорили друг другу, пойдем на красивую улицу. Прошло 10 лет, сейчас мы идем, снимаем улицу. Я говорю мужу, пойдем на красивую улицу. Он сворачивает и точно знает, куда идти. Улица ведет на центральную площадь у мэрии, называется Кабаеро де
Родос. В окружении вы найдете множество ресторанов, баров и буквально в 100 метрах выход к морю, вернее, к порту. Подводя итоги этого видео, могу сказать, что я искренне люблю Торревьеху. Благодаря этому городу произошла вся моя испанская история и привела меня в ту точку, где я сейчас нахожусь, и сейчас я очень счастлива. Но, несмотря на это, я вижу многочисленные минусы. В зависимости от ваших целей, вам нужно определиться, стоит вам ехать в Торревьеху или нет. Именно для вас, для тех людей, которые сейчас еще не определились с городом, со страной и, в принципе, не знают, иммиграция – это про вас или это сделает вас несчастных. У нас есть услуга – консультация по переезду в Испанию. Свяжитесь, пожалуйста, с нами по контактам, которые вы видите на этом экране. Давайте разберем конкретно вашу ситуацию, выделим ваши основные цели, задачи, а уже от этого будем подбирать город. Пожалуйста, не выбирайте город только потому, что там самое дешевое жилье или самые низкие цены. Поставьте задачу вашим иммиграционным специалистам, они наверняка предложат вам как минимум несколько вариантов. Давайте ставить цели так, чтобы вы из точки А приходили в точку Б как можно более коротким путем и без лишних хлопот. Мы, специалисты How to Spain, обязательно поможем вам в этом. Подпишитесь на наш канал How to Spain. Вас ждет много интересного.